Черт. Что? Ох, как больно. Господи, малютка. Мои ребра. Я почувствовала, как они сломались. Они сломались, но теперь не сломаны. Что за черт? Как ты там? Непонятно. Черт! Окей, всем привет, с вами Алекс Айкил. И мы продолжаем проходить Amnesia Rebirth. Мы провалились куда-то вниз, вместе с танком. И теперь как-то надо из него выбираться. Мы можем крутить вот эту штуку. Так, что-то происходит. А, мы крутим башню танка. Да отстань. Господи, надо отсюда выбираться. Так, при помощи вот этого вентиля мы спустили воду, пока непонятно зачем. Дверь не открывается. Нашли пару спичек. Ну, ты же можешь тут пролезть. А, надо было просто вот эту штуку убрать. Что? Это ты. И я тебя чувствую. Ты пинаешься. Привет. Привет, детка. Надеюсь, ты в порядке. Не волнуйся. Мы с тобой вернемся домой. Привет. Привет, малютка. Рада знакомству. Не знаю, что со мной такое, но раз мы вместе, все не так плохо. Чтобы продолжить исследование, нам придется соорудить леса. Понадобится веревка и древесина. Полагаю, где-то на глубине в стенах есть брешь. Уровень воды был гораздо выше. Мы видим, как через нее проходит свет. Очень темно. Уберем вот это с нашего пути.
Да что это такое? Черт! Спокойно. Спокойно. Очередной гуль. Не могу подобрать масло. Места уже нет. Давайте наполним наш фонарь. И подберем вот это. Ничего. Хотя вот тут есть спички. Намерения новоприбывших четко указаны в записях Усама. Они явились из дальних земель, помышляя завоевать нас. И превратили нас в своих слуг, в рабов, в добычу и корм для скота. Последнее слово также может переводиться как урожай. Их происхождение не ясно, но велика вероятность, что это очередной набег со стороны Нила или даже из Персии. Зажгем факелы. Я справлюсь. Обещаю. Владыке юго-западной части мира дано 20 великих князей для службы днем и столько же для службы ночью, у коих также есть подданные, а также есть 8 главных князей, подданных дню, и столько же подданных ночи, ибо необходимо сие. И первые 4 дневных имеют по 40 слуг, как и первые 4 ночных, а последние 4 дневных по 20, а последние 4 ночных по 10. Они все добры и покорны тебе. Дневных надлежит призвать днем, а ночных – ночью. И таковы их имена и печати. Вот 8 князей, подданные дню. Алиторс, Карга, Буниэльс, Рабас, Арисат, Ариэль, Коапиль, Малюгель. В тот день народ заполонил улицы города. Едва распахнулись двери башни, как имя новой императрицы пробежало по толпе, подобно краске, стремительно растворяющейся в воде. Тиана. Тиана благословенная. Без головного убора, с пустыми руками, в простом платье спустилась она к народу. Повсюду раздавались ликующие возгласы и даже рыдания. Темаку и прочие алхимики несли за ней паланкин, на котором покоились 7 хрустальных шаров. Что ради всего святого? День 3. Я примкнул к мавританским странникам. Одна из них мучается королевской хворью, и я молился с остальными о том, чтобы ей хватило сил поскорее добраться до пещеры матери. Они говорят, что до Десемта
2 дня пути, если все сложится благополучно. Но впереди есть еще преграда. Путь лежит через владение Таркан Рейса, османского барона-разбойника. Он взимает с путников непомерную плату за пользование своими водными источниками и горной тропой. У меня остались лишь специи и 3 таллера. Молюсь, чтобы этого хватило. Остается сюда идти. Очень темно, а в темноте Тася начинает сходить с ума. Долго в ней оставаться нельзя. Черт. Где он? Нельзя попадаться ему на глаза. Надо аккуратно проползти. Давайте же скорее открывайтесь. Ух. Так. Эта тьма сводит меня с ума. Нам нужно найти выход, детка. Этот свет, он будто живой. Как думаешь? Что ему нужно? Я думаю, это что-то вроде нашей путеводной звезды. Ага. Вот, надо выставить эту штуку так, чтобы с одной платформы мы могли запрыгнуть на другую. Надо только определиться с расположением.
Нет, отсюда мы, скорее всего, не допрыгнем. Этот вентиль, я так понял, отвечает за движение влево-вправо. А вот этот за высоту. А этот выдвигает и задвигает платформы. Вот так. Отлично. Опять этот цвет. Но это ведь человек. Что он делает? На человека он как-то... ну, совсем не похож. Я, в общем-то, понял, что теперь нам нужно делать. Нам нужно добраться вон туда. Прорвемся. Нужно только оставаться на свету. Извини, что мы в таком жутком месте. Обещаю, мы выберемся. Задвигаем обратно эти штуки. А вот это поднимаем повыше. Черт, она опускается. Знаю, подопрем ее.
Ах ты, зараза. Фонарь не светит. Опять она. Да уходишь ты отсюда. Черт. Эта тварь меня чует. По запаху, что ли? Придется зажечь факел. Рискованно, конечно. Но ничего не поделаешь. Ну вот где она? Отцепись от меня. Куда бежать? Черт, куда бежать? В дыру. Хорошо, хоть враги тут не ваншотят. Да что такое? Вот, вот, свет. Только успокойся.
Подожди, не до тебя. Твою мать. Эта тварь ломится сюда. Другая решетка. Скорее. Это было напряженно. Как же после этих побегушек в темноте я рад видеть солнечный свет. Вы даже себе не представляете. Что? Кто ты? Что тебе нужно? Я думаю, он хочет помочь нам. Но ведь я могу и ошибаться. Молодец, золотко. Черт, черт, черт. Боже мой, было больно. Кроха? Кроха? О нет, прости, пожалуйста, пусть с тобой все будет в порядке. Прости, любовь моя. Главное, дай знать, что с тобой все в порядке. Удивительно, что с ребенком все хорошо. После всего, что мы пережили. Надеюсь, я тебе не навредила. Баю-бай. Ты не плачь. Глазки крепко закрывай. Кто? Кто же ты? Что тебе нужно? Силуэт был похож на женский. Может, это та императрица, про которую мы читали в записках? Мы здесь были. Мы проходили здесь. Хэнк, не бросай меня, Хэнк. Дела плохи, мистер Янон. Совсем плохи. Мы, может, помощи и дождемся. Но он нет. Черт. Господи. Хорошо-то как. Слишком много не пейте. Наполняйте фляги, бутыли. Все, что есть.
Мы нашли оазис. Вот это место какое-то странное. Но амулет на него не реагирует. Жизнь. Боже правый, не подходи. Тасси, следуй. Надежда. Жизнь. Кажется... Кажется, она пытается нам помочь. Боже мой, боже мой, боже мой! Какой там бог? Это, мать его, дьявол. March 4, 1937 года. Меня зовут Тасси Трианон. Я выжила при крушении самолета «Кассандра». Со мной Хэнк Митчелл, Ясмин Чабани, доктор Антон Метцер, Леон де Врис и Малик Тамбура. Мой муж Салим и остальные находятся в пещере рядом с местом крушения. Им нужна помощь. Есть погибшие. Ричард Фэрчельд не смог совладать с тем, что мы здесь увидели, и бежал. Алекс Стерлинг отправился за ним. Мы не можем ждать. Нам придется сделать нечто совершенно безумное. В крепости нашего руководителя и моего друга Хэнка Митчелла тяжело ранило какое-то существо. Ясмин назвала его гулем. Это плотоядное чудовище из легенд пустыни. Возможно, она права. Хэнк быстро теряет кровь. Мы не успеем отыскать помощь. Тут есть храм, посвященный местному духу. И это звучит как бред сумасшедший. Но она явилась нам. Ее лучезарный силуэт. Она говорила с нами. Сулила исцеление. И спасение от погибели в пустыне. И я... Я согласилась. Она привела нас к амулету, сокрытому в этом храме. И я взяла его. И в камне возник мерцающий проход. Клянусь. Раньше его там не было. Если пройдем сквозь него, Хэнк может выжить. Он такой бледный. Ох, Салим, не знаю, что еще делать. Это же бред. Но я обещаю. Обещаю, что вернусь к тебе. Твою мать. Безумие. Тасси. Тасси? Прием. Да. Да, доктор. Я на связи. Как же я рада вас слышать. Ага. Вы пока еще... Да. Где вы? Оазис. Мы уже были здесь. Что с нами произошло? Я прочла свою записку. Здесь бродит призрак. Светящийся дух. Я ее видела. Я все объясню, Тасси. Вступайте в поселение. Мы зажгли сигнальный огонь в башне. Ищите дым от него. Ох, слава богу. Спасибо. Спасибо. Доктор, вы говорили о моих провалах в памяти. У меня отметины на коже. И я все меньше себя контролирую. Вы давали мне лекарства. Что со мной? Я точно не знаю. Нужна диагностика. Справочники. Цивилизация. Тасси, не забывайте. Следите за собой. Любой ценой избегайте страха и гнева. Мне пора. Я нужен Ясмин. Доктор? 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 Черт. Там дым.
Должно быть недалеко. Ох, детка, там городок. Люди. Дорога домой. Париж. Тебе понравится Париж. Пойдем гулять в Люксембургский сад. Покажу тебе, где когда-то играла Элис. Держись, детка. Пожалуйста, держись. А я вот в Париже никогда не был. Как доберемся до городка, встретимся с доктором. И с Ясмин. Она из Алжира. Она милая. Выясним, что со мной. Все наладится. Все наладится. Хотелось бы верить. Мне это совсем не нравится. А вон там нет портала. Но не важно. О, нет. Нет. Только не сейчас. Не сейчас. Черт. Нет. Боже, мы были так близко. Куда же мы попали, черт побери? Господи, сколько можно? Ох, слава богу. Слава богу, ты здесь, кроха. Хоть я не знаю, где мы, но, по крайней мере, ты все еще со мной. И это, конечно, радует, но нам бы найти выход отсюда. То ли колодец был очень глубок, то ли она падала очень медленно. Только времени у нее было достаточно, чтобы прийти в себя и подумать, что же будет дальше. Эх, детка. Как будто с каждым шагом мы все дальше и дальше от дома. Должен быть способ вернуться.
Какого черта? Я Атару. Делаю эту запись 8-й зов 4-го восхода под знаком Рану. По указанию Темаку, я сопоставил и свежие образцы с нашими самыми ранними записями о болезни императрицы. Как верно отметил Темаку, в самых ранних образцах приток питательных веществ к обоим репродуктивным органам не прерывался, хотя и сократился. Следовательно, до спинального вмешательства их функции должны были сохраниться. Однако теперь, после введения Витаи, органы совершенно зачахли. Почему вещество их не восстановило? Дегенеративное заболевание успело оказать необратимое влияние еще до начала лечения. Я спросила, готовить ли отчет для императрицы. Но Темаку ответил, что в этом нет необходимости. Разумеется, исследование представляет чисто алхимический интерес. И повода для волнения нет, ибо она вечна. Да славится имя ее. Я Атару. Делаю эту запись в первый зов 3-го восхода под знаком Рану. Я сопоставил образцы, полученные от императрицы, и из костей ее матери, Атау Благословенной. Очевидно, что обе страдали от этого заболевания, хотя их предков оно не постигло. Витая способна восстановить кости и сухожилия. Однако без постоянного воздействия состояние здоровья снова ухудшается. Однократная доза не приносит исцеления, а лишь позволяет немного отсрочить процесс. Темаку велит, чтобы я экспериментировала с дозировкой, сроками и способами введения вещества. Да славится имя ее. Я снова ограничена в действиях. Один день ничего не решает. Однако их череда проходит зря. Так много еще нужно сделать. Темаку говорит, что благодаря Витае в моем распоряжении теперь целая вечность. Но у тех, кто от меня зависит, нет столько времени. Постоянно приходится с чем-то бороться. С вторжениями, сварами, хворями, нищетой. Это мой долг. Возможно, стоит прекратить эти сеансы, раз болезнь удалось утихомирить. Мне следует возликовать, принять свою судьбу и жить дальше. Надежда на то, что меня смогут исцелить, смогут осуществить мое заветнейшее желание, так призрачно. Теперь ты вечная, говорит Темаку. Теперь тебе не нужен наследник. Они не понимают. Дело не в политике, не в планах на будущее. Это нужно не империи. Это нужно мне. Мне одной. Невзирая на наше предостережение, Элиандр, септарх озаренной крепости, отправил ко внешним островам гонцов под видом торговой делегации. Я рекомендую незамедлительно передислоцироваться на острова Три Кулака из 2-го подразделения. Касательно запасов, поступило предположение, что постройка новой камеры сократит нашу потребность в их заготовке. Я считаю это недальновидно, и это расширение позволит нам увеличить количество фабрик, что в свою очередь поможет существенно повысить обороноспособность, а также уровень жизни по всей империи. Мы должны с умом воспользоваться таким ценным даром, как эти новые знания. О, Великая Императрица, сообщи о своем решении, и я передам его совету. Да вовеки славится имя твое.
Где-то я это уже видела. Женщина из оазиса. А вот это что такое? Ясно. Как бы ее только примостить, чтобы дверь оставалась открытой. Что это за устройство? Еще проход. Может, это наш выход? Достаньте амулет. Дают нам подсказочку. Ну и чего? Не очень понимаю, что делать дальше. Так, кубики, идите нафиг отсюда. Нам надо что-то с этой установкой сделать. Сюда что-то вставляется. Может, вот это? Да нет. По-прежнему ничего. Чего-то не хватает. Ну ладно, пойдемте туда. Это еще что, черт побери? В великих вратах появилось белое солнце. Его свет разорвал землю и воздух. Тлетворная плоть выбирается из червоточины мира и оставляет на своем пути лишь ржавчину и пепел.
камни обратились против моих собратьев и сотворили из них кошмарных призраков. Городу конец. Это моя вина. Мои приспешники забрали состав себе, и они собираются уничтожить его с помощью Витаи врат. Другие испортить линии передачи Витаи, чтобы положить конец страданиям. Врата действительно удалось разрушить. Но это привело к катастрофе и высвободило энергию невероятной силы. На фабриках все еще раздаются крики. Мы потерпели неудачу, в наихудшем смысле этого слова. Мой долг – оставаться на своем посту, пытаясь найти способ покончить с этим. Единственный выход – применить Витаи. Жизнь Великой Императрицы поддерживает океан, так что мне хватит и скудной дозы. Тому, кто найдет эту запись. Это был предатель кита, алхимик, ученик Темаку. Простите нам нашу глупость. Жизнь императрицы поддерживает некая Витая или как-то так. Я так рада, что ты в порядке. Понятия не имею, где мы. Но я рада, что ты со мной. Глянь, что это за место. Эта культура мне не знакома. Это не арабы, не туареги и не османы. Я все думаю, а вдруг я погибла в крушении. Но это точно не ад. Ведь ты тоже здесь. И точно, черт побери. Не рай. Здесь пахнет древностью, ржавчиной и влажной медью. Да, странное место. Но обещаю, я заберу тебя домой. Тебе там понравится, кроха. Закат над Сеной. А парижский сад осенью. Какая красочная там листва. Мне столько нужно тебе показать. Я посвятил этому множество восходов, когда мне выдавалась передышка между поручениями Темаку. Но, наконец, дело сделано. Состав совместимый с пульсацией шара готов. Я могу вызвать симптомы алой плоти, а вслед за ними, через сеть Витаи, наглянет разрушение. Возможно, это и будет ответ, который мы ищем. Ранние эксперименты Темаку с шарами призвали некую сущность, которая посеяла хаос и оставила в ткани мира рубец своим появлением. Этот рубец принял вид живой, пульсирующей плоти. Я исследовал шар и теперь знаю, от чего возникают рубцы. Полагаю, мне удастся использовать подобный процесс в наших собственных целях. Шары — это сферы, да? Сферы вызывают тьму. И это императрица. Без этих штук она явно не проживет.
Лейденская банка. Сосуд, до краев наполненный загадочной жидкостью. При помощи этих штук мы сможем запитать установку. Теперь вторая. Но по-прежнему чего-то не хватает. Не хватает нам того, что должно помещаться сюда. Она будто просыпается. Я Кита. Делаю эту запись восьмой зов первого восхода под знаком Иду. Настройку новых экспериментальных врат пришлось отложить из-за отказа дополнительного узла. Михара, закончу работу в течение следующего восхода, как и планировалось. Расположи шар в центре, выбери соответствующие знаки средоточия и помести два сосуда, заполненные витаи. Михара, помни уроки Тамаку, овладей шаром. Именно твоя выдержка и собственность позволят открыть портал и передавать через него объекты. Шар. Необычный шар из старой лаборатории. Этот шар — это сфера. При помощи нее мы откроем портал. Нужно выставить символы. Вон там. Джей. Человечек с поднятыми руками. И вот такая еще фигата. Нашел. Отлично. Установка заработала. Но... Что еще? Подождите. Он переместился. Ну как бы все, выпустите меня теперь отсюда.
Башня. Дым. Городок там. И доктор тоже. Но как такое возможно? Фу. Что-то изменилось. Какое зловоние. Матерь Божья, что это? Старая добрая тьма. Надо убираться отсюда. Мама. Что это за место? Что ты делаешь, кроха? Один? Плюс один? Да. И сколько это? Один плюс один. Элис? Элис не может играть. Элис не может играть. Элис больше нет. Не волнуйся, мама. Я здесь. Элис? Элис? Салим! Салим, скорее!